Сейчас мы видим, как на участке дороги от нефтезавода до улицы Рязанской производится ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Такой ремонт – это экстренная мера. Его проводят в первую очередь, чтобы снизить аварийность на дорогах. За этот зимний сезон отремонтировано более 6000 квадратных метров литой асфальтобетонной смесью. На данный момент сезон у нас подходит к концу. Сейчас при наступлении полностью положительных температур круглосуточно мы переходим на обычную горячую смесь. Используя литую асфальтобетонную смесь, на прошедшей неделе были залиты аварийные выбоины на вокзальной, Стройково-Коломенской, Семченской, Княжье Поле, Полевой и других улицах. В общей сложности за неделю дирекции благоустройства произведен ремонт 460 квадратных метров проезжей части. Ну, это, например, северная окружная дорога на Борке. Были и в Московском районе, это, например, Народный бульвар, это Коломенская, это у нас здесь, это такая у нас дорога от нефтезавода, и которая у нас идет до Черновицкой. Городские службы проводят ямочный ремонт круглосуточно. Если днем работники используют одну специальную установку, то ночью работают две. Литую асфальтобетонную смесь готовят в специальных смесительных установках. У нее есть ряд преимуществ по сравнению с другими смесями. Это тугоплавкие битумы плюс сухие смеси. Получается, смесь, она жидкая. То есть она не укладывается, она, можно сказать, заливается. В лунку заполняет полностью все поры, потом она встает, и зимние условия можно использовать спокойно. Городские службы призывают автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и связанным с ними возможным затруднением дорожного движения. В часы пик ямочного ремонта проводиться не будет. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».